Налоговая дисциплина у нефтеюганцев повысилась, отмечают в инспекции. Только за последние два месяца заплатили имущественных налогов на 145 миллионов рублей. Очень действенной мерой оказались простые письма, уведомления через работодателя. Направляем как судебные приказы, так и списки должников особо с крупными суммами, которые не реагируют на требования налоговой инспекции, на призывы к своевременной оплате. Также с помощью судебных приставов взыскание налогов происходит за счет ареста имущества, в том числе автомобилей. Инспекторы предупреждают, с долгами не пустят за границу. В прошлом году у нас было 155 ограничений выезда произведено, в результате чего, конечно, сумма задолженности была погашена. Но, тем не менее, люди поменяли свои планы на проведение отпуска. Оплатить налоги можно через банк, в интернете, в том числе через портал госуслуги, или просто прийти в инспекцию. Удобно раз и навсегда зарегистрировать свой личный кабинет и после этого платить только через него.